Ну что, ребята, суббота, снова пробуем 130 военным бахнуть. Пятнашка, двадцатка, двадцатка. Ну и там аналогично то же самое. Страховать сегодня некому, ребят. Сегодня я здесь за главного. Задавит так задавит. Конечно, не надо так руководствоваться. Задавит так задавит. Такая теория, ребят, не всем подходит. Но в данном случае я был уже сосредоточен и настроен. Да и часто я никого на подстраховку не ставлю. Процентах в 95, наверное. Когда я психологически чувствую, что я не готов, или день тяжелый, или эмоционально я был, как в прошлый раз, высосан на работе физически и морально, я, конечно же, человека поставил на страховку, но как бы в этот раз я восстановленный, отдохнувший, крайне сосредоточенный, и здесь надо только жать, только работать, только поднимать. Конечно, когда я лег на лавку, снял штангу, я почувствовал, что она крайне-крайне тяжела. То есть и специфика военного жима также заключается в том, что тебя начинает шатать и болтать на узкой лавке. Нужно еще ловить положение. Ну вот, как мы видим, не совсем легко я выжил, но поднял, справился, успешно сделал. Здесь я показываю свою форму, натураху, свое развитие, то, как проходит сейчас массонабор. Но массонабор, ребят, я подразумеваю не набор сала, а качественный вес. Качественный вес надо набирать. Вот, пресс, все дела. Вот видите, даже переходы есть на прессе. А мне там заливают хейтеры, жирный. Итак, ребят, пока сижу, отдыхаю, такой видеоролик хотел записать, продолжение. Вы знаете, частенько мне пишут в комментах там, что «а ты не используешь ли химию?» Может быть, ты химик. Даже есть в жизни люди, в реальности, которые, ну, не напрямую, как бы, никто, конечно, в лицо такое не скажет, из здравых людей, да, но спрашивают, а ты там ничего не химичишь, там не колешь, не жрешь, там не поджираешь и так далее. Почему люди такие вопросы задают? Как бы, а все дело в психологии, ребят. Вот здесь вот все дело в голове. Если они чувствуют и понимают, и запрограммировали себя, что они не могут набрать качественные мышцы, не могут построить силовые показатели, они и будут в это верить, ребят, понимаете? Они и будут в это верить. Если человек думает то, что с помощью химозы он станет каким-то крутым, огромным, сильным, при этом он в натураху ничего вообще не добился, ну ничего. Он там хотя бы даже не жмет полтора своих веса, он там не приседает два своих веса хотя бы, ничего этого не делает, он ни хрена с химией не получит, ничего, только кучу побочек, но побочки как бы в любом случае любой человек получит с химией, любой. Вопрос просто какие? Вот. Кто-то там, как вот у Щелкова Александра, хана почкам наступает, у кого-то там кто-то вообще коньки отбрасывает, да, многое знаю таких пауэрлифтеров. Вот, недавно мастер спорта один умер тоже от фармакологии. Я не буду говорить, кто, как бы сплетни распускать, да. Но просто люди не понимают то, что если ты в натураху не построил ничего, никакой базы, если у тебя нет нормальной программы тренировок, и ты не понимаешь, как строить тренировки, и ты не понимаешь, как восстанавливать организм, ты ничего не достигнешь. Ну ничего ты не достигнешь, вот и все. И люди ищут все какую-то халяву. Вот я целенаправленно с железом занимаюсь с 11 года. С 11 до этого я не слазил с турников и брусьев, то есть сделал себе базу. А кто-то приходит там в зал, да, не умеют ни разу подтягиваться, ни разу сжиматься, и все. И они думают то, что
они себе что-то сделают, построят какую-то крутую форму в зале, сделают какие-то силовые. А как, если они не умеют даже собственным весом тела работать? Там, я вешу сотку, как мне работать собственным весом? Ну так ты реши эту сначала проблему, а потом уже думай дальше. А приходят там какие-то тучные люди там, да, в зал, и думают, они станут атлетами. Да вы решите сначала проблему с собственным весом, с лишним весом. Или не умеешь ты подтягиваться, там, неважно, ты худой, толстый, научись подтягиваться, а потом уже думай о железе, научись хотя бы пятнашку делать. Я миллион раз говорил, 15 подтягиваний научишься делать, тогда задумывайся о отягощении. А так никакого результата не будет, что вы там железки в зале поднимете. Вот, собственно, и все. Все, что я хотел донести. И по поводу того, что некоторые там утверждают, какие-то догадки делают, тупые, громогласные вот эти, что я на химии. Ребят, если бы я на химии был, я бы сейчас весил под сотку, а может и больше. Огромный бы был, залитый, просто огромнейший бы был. Понимаете, весь в прыщах бы был, а у меня вот ни одного прыщика нету на теле, ни одного. Лицо чистое, понимаете? Вот. И поэтому вы не думайте, опять же, я говорю, что вот ты химии там сожрал, да, и ты стал каким-то здоровым, мощным. Ребят, если вы не построили, еще раз повторю, базу в натурашку, если вы не тренировались всю свою жизнь, там, я не знаю, хотя бы лет 5, о чем вообще речь? Вы ничего себе не построите, ничего. То, что вы думаете, что-то там сожрете, уколитесь, ничего вы себе не построите. Научитесь просто пахать, тренироваться. Это основа, ребят, это основа. И заниматься правильно. Я сейчас занимаюсь по своей программе. Кто-то спрашивал, что за программа. Я взял принципы Майка О'Херна. Кто-то скажет, да он химик там и так далее. Да, он химик, но он выглядит круто. И его принципы направлены на здоровье, сбережение. И я взял его принципы и немножко переделал, сделал под свои задачи. И, соответственно, очень крутая получилась система тренировок. И, как видите, вот сегодня результат не заставил себя ждать. 130 в военном жиме я пожал. Кто-то скажет, это ни о чем, там, да, надо 200 жать. Есть такие не очень умные люди, да, при весе своем 80 я 200 должен натурашку жать. Ну, вы, наверное, я не знаю, просто где-то в своих фантазиях витаете и думаете, что в натураху ты чуть ли не все блины зала накинешь и поднимешь. Ну, мне вас жаль, ребят. Вы просто живете в своих фантазиях и ничего не добьетесь. Поэтому как бы так. Всем пока. Тренируемся, развиваемся. До новых встреч, ребят. Так, всем здорово, спортсмены. Ну вот, пожал 130 килограмм военным жимом. Пожал достаточно хорошо, отдохнул, восстановился. Когда я в тот день жал 130, я был, ну, морально подуставший, физически подуставший после рабочего дня тяжелого, как бы о чем сказал. И тут же как бы навалились хейтеры, начали пургу писать, типа, что ты жалуешься там, а что жалуешься? Я сказал, как есть, что да, тяжелый день, да, как бы не факт, что получится. Вот, собственно, и все. Ну, сегодня вес сделан. Идем дальше, идем дальше. Для тех, кто думает, что 130 килограммов пожать военным жимом это легко и просто, то есть пожать больше, чем полтора своего собственного веса, а вешу я сейчас чуть-чуть больше 80, там 80 с копейками килограммов, ну окей, придите в зал, запишите видеоролик, пожмите более чем полтора своего веса в военном жиме, а я посмотрю на вас, комментаторов. Всем пока!